Мы терпим поражение в войне. Но еще есть шанс все исправить. Впервые за последние 37 лет весь архипелаг покрыт льдом. Добро пожаловать на операцию «Черный краб». Ваша задача – пройти по льду и доставить две капсулы. Это самоубийство, полковник. Мы нашли ее в одном из лагерей беженцев. Увидишься с ней там, когда доберешься. Это не конец войны. Это конец всей жизни. Не все смогут дойти до конца. Но достаточно, чтобы дошел только один солдат. Это нам обеспечит победу. Здесь только мы и наши враги. Валик! Ты цел! Это задание будет выполнить очень сложно. Но если есть хоть один шанс... Предать! Диана! Где мой ребенок? Надо попытаться.